Петр Самойлович Салтыков, боярин из рода Салтыковых, смоленский воевода, смоленский, казанский, астраханский губернатор при Петре Великом, биография, племянник ФП Салтыкова и двоюродный брат царицы Прасковьи Федоровны, начал служить в 1680-х годах, в 1684 году, был в чине Стольника, вместе с братом Иваном ему было пожаловано село во Владимирском уезде в 386 дворов, в 1691 году уже был боярином в 1697 году, назначен воеводой в Смоленск, сохраняя звание ближнего боярина и должность смоленского воеводы, активно участвовал в 1704-1706 годах в военно-хозяйственных операциях Петра на Восточном театре Шведской войны. По личным распоряжениям государя собиралась снаряжал в поход смоленскую шляхту, заготовлял провиант, строил грузовые суда, устраивал засеки от Смоленска до Псковой Т. Д. 18. 20 17 декабря 1708 года указом Петра I были учреждены 8 губерний, в том числе Смоленская с 17 уездами во главе с П.С. Салтыковым. Известно, что Петр I называл П. Салтыкова губернатором еще до принятия указа об учреждении губерний, например, в своем письме в Смоленске 24 февраля 1706 года, где просил его содействовать устройству засечной полосы от Смоленска до Пскова. Указ о именовании губернатора губернатором бывшего смоленского воеводы Боярина П.С. Салтыкова был издан 6 марта 1711 года, 20 января 1713 года. Назначен губернатором в Казани прибыл туда 10 августа того же года. Аккуратно платил сборы, определенные табелью, но не стремился увеличивать сумму губернских доходов в ущерб благосостоянию плательщиков. Для унятия от побегов ясачных народцев отменил введенные по эмопраксинам источники приборов только подчиняясь настояниям Сената, опасаясь, чтобы напрасный тяжкий штраф на него не был положен и разоренным бы не быть, приступал к строгому взысканию недоимок и при этом предупреждал правительство, что от чрезмерных сборов губерния может еще более запустить, ежели от того еще прибавится пустоты, чтоб то к нам было не причтено, с 22 ноября 1717 года, с образованием Астраханской губернии, одновременно исполнял должность Астраханского губернатора в в начале 1719 года подал в отставку по болезни, зная, как неохотно Петр отпускал на покой нужных ему людей, прибегнул к посредничеству Екатерины, получив отставку и прибыв в Москву, 21 апреля 1719 года благодарил государыню за премногое неизреченное вашего величества к нам, последним рабам, вашим милосердие, что по милосердому вашему предстательству уволен у дел губернских. Много рабские женой мой и вашему величеству благодарствуем. В конце 1719 года, следуя примеру государя, отправился лечиться на Аланиецкие минеральные воды и вскоре после этого умер. Первый князь Салтыков приходился ему правнуком.